Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, Бог, и мы сегодня попадаем на новый проект. Какой новый? Шучу, конечно. На топ-скин мы попадаем. И это на этом сайте уже много кто открывал, и я, причем не первый год, уже снимаю и стримлю для вас кейсы на этом сайте. И он не перестает меня радовать новым и интересным дропом, и, конечно же, множеством обновлений. Кстати говоря, Бог 3 топора даст вам 35% к пополнению. В описании будет этот промокодик, и я еще вам покажу его в самом видео. Ну а сегодня, друзья, мы разыграем для вас 200 рублей на ваш Киви кошелек. И задача к этому видео будет написать 1012 комментариев. И уже завтра в моей группе ВКонтакте в прямом эфире я подведу итоги. Поэтому все бегом ставить лайки и участвовать в конкурсе. Ну а мы начинаем. Итак, 7000 рублей, друзья. У меня есть промокод. Наконец-то топ-скин добавили партнерскую программу внутри самого сайта. Кто-то выбивает Наваху с изи ножа. И, в общем-то, скидочка 35%. Заходишь вот сюда, для тебя в описании. Заходишь в пополнение баланса и вводишь вот сюда вот вкладочку BOG777. И у тебя появится промокод на 35% пополнения. А еще, если вот с этой штучкой ее спринговать, то получается... Блин, получается очень даже много, поэтому обязательно пользуйся. В описании есть ссылка, ну и так ты мне поможешь как бы прокачать немножечко рефералку, да? Смотрите, что хочу сказать. 7000 рублей довольно-таки неплохая сумма, но прежде чем мы начнем открывать, я, наверное, все-таки... открою для вас колесо бонусов, ведь это довольно-таки интересная функция, которая есть уже на множестве проектах, и это 1000 рублей. 1000 рублей, которая даст нам, ну, баланс к следующему ролику, кайфы. Итак, шикарный дроп сегодня, это фальшин-убийство с апгрейда, да? Но нам сегодня нужно, наверное, открывать Астралис, это сейчас топ-1 команда или что, ребята? Я просто не разбираюсь в спорте, да, и поэтому... в киберспорте, вернее. И хотел бы вас спросить, это самая топовая команда в мире или что? Почему ее добавили в актуальный кейс, еще и на первую позицию? Так, ну, что там, 2000? Короче, ребят, сегодня будем делать контракты, сегодня будем делать апгрейды, и сегодня будем смотреть, на что способен topskin.net. Может быть, стоит открыть какой-то прям сверхъестественный кейс, как вы думаете? По-моему, неплохо. 2500 рублей прямо сейчас улетает на сверхъестественный кейс, и давайте проверим, что он из себя представляет. Возможно, мы сегодня уйдем в минус, возможно, мы сегодня уйдем в плюс, не знаю. Дикое пламя, вот это уже можно сейвить. Сколько? 4700, все, к ноге. То есть, и вот смотрите, вот эти все скины я пока что оставлю, и этот кейс меня очень знатно порадовал. Я предлагаю открыть еще 5 раз, конечно, довольно-таки не факт, что сейчас выпадет что-то еще жесткое, но я думаю, что возможно, всякое. Так, ну, вот как я и говорил, в принципе, не супер круто, но... Калашек 900 рублей, да нормально, кстати, в плюс ушли мы, кстати, ушли в плюс, что? Просто что? Давайте 4 раза откроем. И я хочу открыть 10 раз. То есть, чтобы мы окупились, и у нас была возможность открыть 10 раз. Ну, вот это действительно сверхъестественный кейс, который, ребята, стоит пооткрывать каждому. Так, еще один фантомный вредитель. Злобный дайм неплохо стоит. И 1974 рубля мы получаем в итоге. Так, а потратили мы, получается... Да так же мы и потратили. Окей, 2500. Что-нибудь дорогое, пожалуйста. 1000 рублей. Вот на этом-то и все, да, походу, топ-скин. Вот на этом авике и все, наверное. Второй игрок. Кстати, тоже неплохая мочка. Давайте сейвить это все. Ну, почему нет? Потому что, мало ли, сейчас апгрейды, контракты нам помогут из этой ямы выйти, так сказать. И нормально окупиться. Так, 360 рублей не тема. Закат тоже. Ладно, давайте попробуем контракты, потом из этого всего попробуем сделать уже апгрейд. Засовываем только синеву, и все равно, что она стоит довольно-таки неплохих денег. Это 1391 рубль в контракт обмена. И мы сейчас на ваших глазах, дамы и господа, попробуем сделать что-то дорогое и что-то довольно-таки качественное. И забрать уже в свой инвентарь. Пустынная атака. Не-не-не-не. Но. Так дела не пойдут. Я предлагаю все-таки... проверить апгрейды, потому что, ну, в контракты я что-то мало верю, уже причем давно на топ-скине, да, но вот в апгрейды я верю гораздо больше, чем в контракты. И мы сегодня на 35% в принципе попробуем для вас что-то апгрейднуть. У нас получилось апгрейднуть первый скин М4А4 Король Драконов за 1300 рублей, что уже является неплохим результатом, ребят. И сейчас попробуем, наверное, второй игрок сделать в такой же, но только большего качества, да. 1785 рублей, ну, может быть, получится. Есть, вот так вот потихонечку, плюс косарик или сколько там мы сделали на апгрейдах.
И давайте, наверное, сейчас попробуем вот из этих скинов что-то сделать интересное, как вы считаете? АВП Redline 37,1%, вот это уже не шутки. Давай, 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 блин, вот это было бы сейчас эпично, плюс косарь резкий такой, дерзкий, но не получилось, но не получилось, и ладно бы, окей, 28%, а вдруг получится, и мы закончим на этом ролик, будет шикарный расклад, оп, и ладно. По идее, ребята, у нас сейчас с относительно небольшого депозита есть 7765 рублей. И я бы, наверное, продал Король Драконов для того, чтобы еще что-нибудь выбить интересное и показать его вам. Этот дроп. Ток. Что бы нам открыть? Давайте посмотрим. Сверхъестественное мы уже открывали. Боевой Дед Мороз, ну, что-то уже как-то не актуально. Вторая волна ковида уже не забей. Вот турецкая элита, это всегда в моде, это правильно. Так, ну давай тогда откроем три раза. 1197 рублей уходит с нашего баланса. И здесь есть возможность собрать такой красный Redline сет. И это уже не шутки, это уже что-то серьезное. Дух воды. Вот глок я люблю, я всегда забираю глоки, и их легко трейдить. И в принципе, ну, сейчас, конечно, это ну, не очень. Потому что стоит он вообще не 1000, не 2, а там 300 рублей. Поэтому, ребята, наверное, все. Но у нас есть в раскладе, да, Авик и Эмка, по-моему, но... В принципе, хотелось бы еще чего-то, откровенно говоря, хотелось бы еще чего-то, и этого маловато, но сейчас будем довольствоваться, наверное, тем, что имеем. У нас еще есть бонусы, об этом тоже не стоит никогда забывать, и, ну, вообще еще держимся, Сутанубиса, ни хрена себе. Так, ну, про партнерскую программу я уже сказал, ребята, запоминайте, заходите и пополняйте. Так, ну что ж, призы. Призы, кстати... Неплохие, 3700 за тайны, я бы посоветовал вам поучаствовать. Но, так, заходим в апгрейд, удобно. И нажимаем какой-нибудь интересный скин. Вот Tech9, например, 68%, хорошо будет, давай. Но, блин, что-то у меня плохая чуйка на него. Ну да. Я даже не знаю, ребят, что нам апгрейднуть, получится или нет. Давайте просто заберем эти два скина и в любом случае хоть чуть-чуть, но окупим свой баланс. Потому что я бы не хотел заканчивать ролик на сливе. Довольно-таки неплохой будет ролик, если я это все дело заберу. Ну и как бы не буду так жестко рисковать. Что у нас по бонусам? Тут очень много скинов на самом деле, очень много кейсов лимитированных, именных. Я не знаю, и бесплатных, которые можно открывать, но сейчас, я думаю, нам нужно именно открыть бонусные кейсы. Но вот где их взять, вопрос? Как получить бонусы? Для чего нужны бонусы? А тут ссылки на кейс нету, да, грубо говоря? Слушайте, ну, я думаю, ролик получился в любом случае лучше, чем если бы я слил баланс. Я думаю, тут вы со мной согласитесь. И его уже можно заканчивать, только я что-то вот не могу найти бонусный кейс, а вот уже нашел. Кейс Among Us. Прикол. Прикол, да. А прикиньте, мы сейчас на нем что-нибудь сделаем. Прикольно. 170. Так, ну и в принципе можно сделать контракт обмена. Давайте посмотрим. Ребят, спасибо за внимание. У микрофона был Бог. Ссылочка на сайт и на промокод мой именной на 35% есть в описании. Переходишь, регистрируешься и получаешь скины. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.